Всем доброго времени суток, это Gadget X. Ulefone Power 3 с аккумулятором емкостью 6080 мАч дебютирует в продаже только 8 января 2018 года. До тех пор компания будет принимать предварительные заказы на смартфон, но по более низкой цене. На днях разработчики проверили батарею новинки. Долгоиграющий Ulefone Power 3 на протяжении 4 часов воспроизводил ролики, запускал игры и записывал видео. В отличие от предшественников, новый Ulefone Power 3 может похвастаться дисплеем с соотношением сторон 18:9 и двойными фотомодулями. Фронталка представлена сенсорами на 13,5 мегапикселей, а основная камера на 16,8 мегапикселей. Еще одной особенностью стала технология распознания лица Face ID, которая функционирует наряду с дактилоскопом. Внутри долгоиграющего гаджета установлены 8-ядерный чип MediaTek MT6763, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти, а работает устройство под управлением Android Oreo 8.1. Как и полагается, всем устройствам линейки Power третье поколение смартфона отличается повышенной емкостью аккумулятора. Здесь установлена батарея на 6080 мАч, выдержка которой недавно подвергалась испытанию. В ходе тестирования Ulefone Power 3 по часу развлекал музыкой и видео в разрешении 1080p. После этого смартфон ожидали получасовая запись видео и получасовой голосовой звонок. В завершение на Power 3 еще час запускали игры. В итоге 4-часовой тест отнял лишь 25% заряда.